По имени Орсон, последний из некромантов. Я был заперт в клетке, созданной паладинами. Много веков назад я был заточен в эту урну моим заклятым врагом, паладином по имени Беневиктор. И сегодня его высокомерие сыграло на пользу мне. Его никудышную темницу расклевала какая-то птица. Это мой шанс призвать новую армию нежити, уничтожить Беневиктора и вернуть себе все, что у нас отняли. Куриное начало. Вот такие вот дела. Я не сказал. Всем привет, всем привет, с вами Шмыга. И вы на канале Ушмыги. Сегодня поиграем в игру под названием Undead Horde. За могиле начала. Беспечная курица пробудила древнее зло, заточенное могущественным заклятием на многие тысячелетия. Час пробил, и нежить вновь будет править миром. Убейте курицу. Хорош. Курица мертва, да не здравствует курица. Нажмите, чтобы продолжить. Прикажите куриц уничтожить. А, подожди, использовать В или Л. Подожди, а как ее мать кур используется? А как направить-то ее туда, подожди? Strike them down. А, вот. Gather round. Attack. Я понял, пробелом, короче. Так, а ты не бегаешь, да? Come here. Strike them down. То есть мы типа за такого жесткого некроманта играем и будем управлять курицами. Алло, где ты, курица? Gather here. Не беси меня, курица. Attack my minions. Хорош. Поговорите со скелетом в клетке. Маккур. Восстание воспрянь, избранный. Люди заключили нас, скелетов, в эти клетки после того, как они засунули тебя в эту урну. К счастью, похоже, они забыли, что внутри. Чтобы начать наше завоевание, нужно освободить хранителя склепа. Его держат неподалеку отсюда. Найди его и зажги огни революции. Сейчас, ребят, я только посмотрю, что со звуком у нас. Вроде по звуку все нормально, но я давайте все-таки сделаю немножко поменьше, да? Вот как-то так, да? Нормально, я думаю, будет теперь получше немножко. Немножко получше. Нажмите Е, чтобы что? Подожди, что там было написано? Я не прочитал. Что нужно сделать? А как я воскрешал? Р. Точно, я забыл. Опа. Лимит призыва. Так. Фиолетовое кольцо с сегментами показывает ваш лимит призыва. Каждый мертвец занимает один сегмент. Вы можете призывать столько нежити, сколько поместится в кольце. Понял. Чтобы открыть ворота, поднимите трупы, зажав R. Так, мы это сделали. Еще нужно. Join the horde. Уничтожьте бочки, стойте в кругу или управлять вашими слугами с помощью Space. Gather here. Attack. Подожди, мне нужны бочки. Destroy them. Forward. Это что за... Подожди. Это что-то прибавляет. Это бабусики, типа, да? Бабусики. Что мне там нужно сделать дальше-то? Gather here. Butter, slay the living. А куда курицы мои ушли? А я могу тоже их фигачить? Могу, да. Все живые убиты. Я еще могу кого-то призвать, правильно? Давай еще призовем. Arise, my minions. Так, что нужно сделать теперь? Так, хранитель склепа. О, слава тьме, ты пришел. Эта клетка ужасно неудобна. Во имя Аида, давай-ка выбираться отсюда.
да? Склеп некроманта. Поговорить с хранителем склепа. Поговорим. Отлично, теперь можно начинать восстание. Живые заплатят за все свои злодеяния. Подлечись и воскреси несколько мертвых крестьян с помощью статуи призыва. Излечитесь в источнике нежити. Это где? Это вот здесь? А, это вот здесь? Воскресить мертвых крестьян. Так. Цена призыва. У каждого мертвеца есть определенная стоимость призыва. Чем могущественнее мертвец, тем выше цена. Цена призыва 7. Ага. Курица. Злой крестьянин. Злой крестьянин. Дама со скалкой, смотри. Что мне нужно? Подожди. Отлично, когда доберешься до поверхности, свяжись с моим братом. Удачи тебе в твоем завоевании. Ага, окей. Уничтожение Кинамо. Живых ждет расплата за их поступки. Деревня Кинамо станет нашей первой целью. Это туда там, да? These lands shall be ours soon. Кинамо. Эпис. Здравствуй, Орсон. Заточение хранителя склепа должно быть отомщено. Уничтожить эту жалкую деревеньку, чтобы живые знали, что мы снова в деле. Так, а что тут есть за приколы? Подожди. Опа-па. Стоп. А я не могу, да? Ворота закрыты. Strike them down. Завоевание земли. Чтобы завоевать землю, уничтожьте здание, отмеченное желтым на карте. Убейте всех живых. Добротная дубина. Ой, у меня есть еще и сумка. Вы нашли новый предмет, вы можете в любое время изучать предмет сумки и выбрать те, которые хотите использовать. Нажмите сумку, нажмите Е. И, в смысле, И. Сумки есть, смотри, есть дубина больше сносит, поэтому давай ее возьмем. Хорошо, все, окей. Тут еще можно собирать всякий хлам, прикольно. Почему ворота закрыты? Подожди, а что там было? Там, подожди, стой. Follow me. Я просто не видел, что карта-то вон какая огромная. Это что, я могу тут? Ага. And obey. Follow my lead. Charge. Так, вроде меня не бьют или бьют? Нет, не бьют. Убили Опа, получил я звездюлей, да? Типа звездюлей получил. Слушай, ну нормально, такая стратежка из 90-х напоминает немножко, да? Gather here. Да, значит, мы уничтожаем это говно, там еще одна парочка крестьян, короче. Опа, что там выпало? Тихая. Добротный молот опять выпал, да? Так, я могу кого-то. Я могу двоих призвать еще, да? You shall serve me well. Так. Charge. Follow my lead. Living. За что меня-то вы бьете, ублюдки? Крестьянские, а? You shall serve. Destroy them. А это последний, да, получается, этот последнее здание. Мы, в принципе, с тобой уже все. Получите второй уровень. Подберите этот не поздравляю, вы получили на ваш первый уровень. После получения уровня вы можете выбрать карту этого уровня. Чтобы перейти в повышение уровня, нажмите тапчик. Тапчик. Император. Эта карта сильнее повышает призыв. Эта карта дает больше здоровья. А маг что дает? А, эта карта дает больше маны. Ну, давай пока так. Так. Территория завоевана. Что там?
Поговорите... Ага. Блин, а тут нету этого ускорения? А, на шифте, да, ускорение? Или... А, да, вот он даже плавает. Прекрасно, я уже ощущаю флюиды, неожиданно. Командора держит в плену у стены к югу отсюда. Отнеси ему титул. Ага. Багряные туннели. Чтобы завоевать мир, нам потребуется древняя система капиллярных станций. Ее создали 1000 лет назад, но после последней победы над нами живые ее испортили. Найти Стикс. These lands shall be ours soon. Так, стоп, Ванский. Кинжал какой-то, да, я нашел-то. Ой-ой-ой, смотри, я нашел-то всякого говна, до хрена. 97 кинжал, а молот 95. 0,7 атака, 2. А это вообще, вон, смотри, какая. А УВС это что такое? Не очень понимаю, ну ладно. А я могу еще в левую руку что-то взять, подожди. А, там типа щит или что там, не вижу. Ну ладно, так, хорошо. А вот Стикс, здорово. Когда-то я поддерживал эту систему капиллярных станций, но живой украли насос, огромное зачарованное сердце гиганта. Может, командор сможет нам помочь, если сумеешь его освободить. Так, подожди, а что я? Командор. Командор надо освободить. Командор здесь справа, да? Slay the living. Меня не надо, меня не надо. Follow me. Защитное поле. Активировано автоматическое защитное поле. Это происходит, когда ваше здоровье опускается почти до нуля или когда вы теряете всю орду. При включении поля вам нужно принять быстрое решение, сражаться или отступить. Действуйте осторожно, понял. Ай! Слушай, не так-то и просто тут. Я думал, все будет просто, а тут хер раз два. Да блин, убей ты его! Join the whole attack by me. Forward. Gather, strike them down. Ай-яй-яй. Блин, надо быстрее тут завершать это. Два призыва уже было, прикинь. Так. Ну, сюка. Attack, my minions. Мои миньоны. Arise, my minions. Destroy them. I shall crush the living. О, а что там синенькое такое валяется? Я только находил желтенькое, а синенькое. Типа. Ага, так, подожди, я могу еще вот тут, во-первых, да, троих могу. Rise and obey. А я одного только могу. Ну ладно, так, хорошо, это что? Это хпшку я поднял. Так, а это что такое? Ой, а зачем ты сразу зашел-то? Тюрьма командора. Ой-ой-ой, лучники. Join the horde. Блин, надо было лучников, наверное, да, призвать, а я что-то тупанул. О, Скеллис, это кто такой? А ты кто такой? Занимайся жизнью или занимайся смертью? И все? Больше он мне ничего не хочет сказать. А что за такой хаос? Подожди, мне нужно вообще куда-то туда. А, так чтобы туда попасть, мне надо сюда попасть. Убить этих упырей, да? Attack. А, это свой, yeah, потому что... Rise and obey. Так, ты мне что скажешь? Ничего умного не скажешь? Dead Frame. Забавно, на воле я был честным человеком, прямым как стрела. Стоило сесть в тюрьму, я стал преступником.
my minions. Ворота закрыты, так. Gather round. Destroy them. Так, я так подозреваю, сиреневые это сиреневые, это обычные бойцы. Лесоруб, статуя открыта. Да, а синие это лучники. Ворота закрыты, так. Нет, на shift ничего не хочет работать, ворота закрыты. Follow my lead. На самом деле лучше, короче, некроманту-то этот, и сзади какой-нибудь этот делать. Все живые убиты. Arise, my minions. Это прекрасно, когда все живые убиты. Так, мы открыли, да, эти ворота. Да, подожди, командор. Не это. Не ори. Так, оп. Один секрет. Прилежная дубина. Так, что за прилежная дубина? Посмотрим на прилежную дубину. И командор. Ну, хоть кто-то занялся делом. Я веками сидел в этой клетке, но перед тем, как меня пленили, я успел спрятать насос. Отнеси его Стиксу, а потом возвращайся в склеп, там и увидимся. Поговорите со Стиксом. Так. А восполнить ХП моим этим миньончиком можно или нет? Скеллис опять там какую-нибудь херню философскую меня затравит. Так, и давай, знаешь, что сделаем? Подожди. Не так, вот так. Вот так. Да, подожди. Вот так, я сказал, да. А, новый. Наносит врагу 94 урона, скорость 1. Получает на 4... Вот, да, конечно. А это что? Снаряжение. Насос для себя. Насосик. Насосик это просто тупо этот... Что ж, давай попустим кровь, отправляйся в склеп и запытай систему. Командор наверняка заинтересуется титулом, который ты отвоевал. Польская пленная станция к... А, вот это вот. Склеп некроманта. Жертвенный алтарь. Расположенный в склепе жертвенный алтарь позволяет избавиться от ненужных мертвецов. I shall fulfill my destiny one step at a time. Так, ну он мне дал награду за то, что я это... На юг, чтобы продолжить завоевание, древнему злу нужно отправиться на юг. Путь преграждает сильно, ключ находится у опасного противника. Так. Это что? А, подожди, жертвенный алтарь он мне где-то сказал. Где жертвенный алтарь? Где можно было избавиться от этих крестьян ссаных? А, я же могу еще, смотри, стрелок могу, а я не могу, у меня нет денег, да? Я могу только злого этого и лютый волк. Убить еще 10. А, нужно, короче, убивать их, да, типа? А, убейте 30 еще таких, я понял. Хорошечно. Так, хорошо. А что мне нужно сделать, подожди, по игре? А тут не пишет, что мне нужно делать, подожди. Блин, надо было через телепорт, я что-то тупанул. Да, извиняюсь, ребятки. Северная стена. Подожди, ну а мы же тут еще не завершили, да? Мы можем, типа, здесь... А, ворот закрыт, все, понял. А, да к нам вот сюда. А, нет. А куда нам, братюнь? Подскажи. Тюрьма. Подожди, куда мне нужно попасть? Что это дает мне? Я что-то не понял. Подожди, он говорит, что здесь, сюда типа нужно, да? Нет, не говорит, что сюда нужно. А, вот, я убрал всех. Так. Ну дальше. Поговорить со Стиксом. На юг. А, со Стиксом. Стикс тот, ага. Стикс, где? Здесь Стикс. Северная стена, Стикс. А вы его не хотите отпустить? Я смотрю, командор подарил тебе палку адского пламени. У тебя есть мана, чтобы им пользоваться. Давай испытаю его. Тихо, что за палка? А, вот в левой руке. На правую кнопку. Ничего себе! Нормас. Горячая штучка спереди, убей Джона. Он ничего не знает, но это всего
Но это все равно опасный противник, и ключ от Стим находится у него. Убейте Джона. Подожди, а как я его убью, если там у вас эти... Блин. Фу, падла. Мне надо было в эту... мне надо в кучу стрельнуть, чтобы умерли эти деревенщины, короче. Я их мог призвать. Поняли? Логика. Опа, нихера. Да вы сегодня сдохнете там или чё? Ну я так понимаю или нет? Или мне нужно в Махач с ними вступать? Зачем я с ними в Махач вступаю? Mana, I must have more. Опа, опа-па, сваливаем. Пера они мощные, слышь. Так, минус один. Пасу. А вот и начинается призыв. Так. А эти что, нельзя призывать их? А, призыв через, ага. Сейчас. Так, подожди, мне нужно ХП восстановить. Я вообще какой-то слабый. Так, теперь погнали. Так, у меня 2-2, да? Destroy them. В жопу, упырь. Если вдруг-то я и не заметил. Добротный топор отравления, это что такое? А ну давай попробуем. Хорош, наверное. Так, мертвые. Еще мертвяков можно? Нет, нельзя? Собака. А, можно, сейчас призыв же. Я забываю про это. Rise and obey. Мана, ваша мана восстанавливается автоматически, но вы можете ускорить этот процесс, собирая сферы мана. Подойдите поближе к сферам, чтобы собрать. Какие сферы? А? Rise and obey. Destroy them. Mana. Need more. I must have more. Ай. Джон, статуя открыта. Подберите ключ. А я его уже убил, да? А, горите, свиньи. Да блин, он, как, короче, какой-то долгий этот некромант. Сейчас я пульну, там эти сдохнут. Ну а чё он не сгорел-то? Join the horde. Attack my minions. Так, сейчас еще призовем немножко. Space это что? You shall serve me well. Follow me. Strike them down. You shall serve me well. The living shall know my wrath. Ох ты, сучкин! Да блин! Join the horde.
shall know my wrath. А, мы Джона вызвали, смотри. Прикольно. Charge. My suffering shall bring victory. Да ёпти! Join the horde. We shall burn the lands of the living. Так, меч еще какой-то. Так, а продавать говно можно, нет? I shall crush the living. Так, кинжал еще можно. Так, все, да? Так, теперь... Опа, стопа. Продаж премиум. Продавайте предметы из своей сумки, чтобы освободить место и получить золото. Чтобы открыть сумку. А как продавать? Подожди. Ключ, подожди, нет. Как продавать? А, Ctrl и LKM. Ага. Добротная касса. Так, хорошо. Продавали всякое говно. А потом монетки на всякое говнище можно. Хорошо. Так, теперь к этому Стиксу, да? А, ну я же ворота, да, открыл, типа. Another step towards total domination. Отлично, теперь путь на юг открыт. Давай улучшим твой жезл, сделаем его поинтереснее. Как? Каким образом? А, награды. 24 экспы, задание выполнено. Как-то поинтереснее он мне сделал мой этот, да? Так, хорошо. Теперь обратно в начало, типа, да? А, я могу опять себе маг. Это мана. Подожди, отшельник здоровья плюс 230. Призыв урон. Давай призыв урон сделаем. Так. А, хотя зачем я убрал-то? Ёб твою мать, я че дурак? Ну ладно, забей. Так. А, теперь-то что мне надо сделать? Подожди. Активейт. А, вот, они со мной уже типа бегают. А, я еще могу Джона призвать же ведь, да? Он мне сказал, что я открыл Джона. О, нихера здесь, смотри, этих-то политиканов. Ой, ну не политиканов, а этих-то. Ладно, хорошо. Так, теперь-то что делаем? Что теперь-то? А, мне нужно открыть тупо стену, да, я туплю. Так, стену открываем. Опа. Алвинские торговцы захватили алвинские земли и приняли наших неживых сородичей. Их нужно освободить. Это наша следующая цель. Хорошо. Ой. Я ушел, все. Ушел ты в жопу. А, нет, пойдем в телепорт. Да. А мне нужно этот сделать. Я что-то, видишь, тупанул. Мне нужно сделать же нормально, бойцов нормально. А я что-то, короче, тупанул. А ты зачем тупишь-то, да? А я что-то, да. Так, я могу взять, подожди. Злой крестьянин. Так. Не то, вот этих мы возьмем. Погнали. А там ежели чего, то мы там разберемся. Плюс еще у меня есть магия, во-первых, правильно? Атак. Отлично. Просто великолепно. Просто посмотрим, что мы делаем. Мы творим историю. Так, что тут, больше ничего нету? Больше ничего не выпало интересного? Так, а, подожди, мы уходим уже? Да? Ну давай, да. Уходим. Алвинский лес. А где я?
А, я на карте вот здесь. Так, мне нужно с кем-то попозарить. Это кто? Ёб твою мать, это Бенни Виктор, ёпта. Ты! Ты ища тебя, да изыди, возвращайся сюда, откуда ты пришел. Я буду сражаться с тобой на не на жизнь, а на смерть. Может, позднее, когда подтянутся мои братья-паладины. А, надо этих убить. Да убили всех кур. Красоте. Курица, статуя. Статуя курицы открыта. Так, здесь у нас кто? А, мы телепорт открыли. Спаси наших друзей, торговцев, Веса и Хиль. Только берегись башен позади меня. Даже если башни тебя не прогрызут, тебя точно пристукнет чудище, бродящее за ними. Хорошо, ладно, я понял. Ребят, на этом я закончу первую серию по данной игре. Если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был кто? С вами был Шэмэ. Всем счастливо, всем пока.